Кир у нас зимой не сыграл на фестивале, хотя мы вроде там пытались как-то это разрулить, но не получилось по всяким разным обстоятельствам. Поэтому сегодня Юля у нас гость, но я считаю, что она у нас вполне в формате даже фестиваля, но у нас неоднократно участвовала, поэтому хорошо, что сегодня получилось. Мы на самом деле вспоминали. Я тут в последнее время раза три играла. На цветах весенних и еще и зимой. Время напомнит, что здесь бренно, но что
Гад Гаэн жив, пусть говорят нам, что он якобы разбился, не верьте. Гагарин жив, хоть знают все, что в момент он превратился. Врут, что его крылатый миг маневр не выдержал, из штопора не вышел. Сочинили это все по спецзаказу главы крыши. Эксперты не спешат вскрывать архив. Гагарин жив, но он не выслужил, он предпочел опушку леса. Он сыт по горло той ролью шубила КПСС-а. И он подался в Дониски, ушел от шейкам леса. И иногда поток шумит, и расстаются голоса. И в деревнях его встречают в этом шлеме, даже в наше время. Я вижу месть.
знаешь, что ты здесь. Помнишь, что ты есть. Каково узнать твое имя. Знаешь, что ты здесь. Помнишь, как зовут. Каково принять свою долю. Знаешь, что ты здесь. Помнишь, что ты есть. Каково узнать твое имя. Что ты здесь, помнишь, что ты есть, каково узнать твое имя. Знаешь, что ты здесь, помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Даже если знаешь, что ты здесь, помнишь, что ты есть, каково узнать твое имя. Знаешь, что ты здесь, помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Каково принять свою долю, каково принять свою долю. Сейчас немножечко социальной лирики. Вот, которую вот я хочу предварить ее стишком одним. Значит, короче говоря, написан по мотивам рекламы в метро о работе в Макдональдсе. Не знаю, может быть, кто-то видел эту рекламу. Там, она так и называется: у работы в Макдональдсе множество плюсов. Шок начинается с этой фразы. У работы в Макдональдсе множество плюсов, хоть там и кормят отравой. Можно натырить бигмаков в кладовке и нажраться всею оравой. Можно прийти в институт в униформе, прикинувшись бешеным фриком. Можно подставить соседа по кассе одним компьютерным кликом. Можно швыряться зарплатой достойной, делаю пирсинг и стрижку. Можно просаживать график свободный, сгоняя вес и излишки. Можно сходить с ума по бармену, сморозить любую сальность. Но не дай бог ты начнешь проявлять компании нелояльность. И может все кончиться лютой обидой, и дело дойдет до драки, если ты скажешь в прямом эфире: говно эти ваши бигмаки. О горе тебе, если ты спродуцировал мысли сию очевидность. Тогда корпорации всех континентов отметят твою неликвидность. А в случае худшем может продолжиться это кровавой вендеттой. Братство Макдональдс сожмет свое горло и не простит тебе это. И даже правозащитники вовсе не будут считать тебя правой, поскольку ты попираешь свободу нажраться вселенской оравой. И поскольку не веришь ты в право есть то, что диктует души одержимость, поскольку утратил ты толерантность, а значит непогрешимость, печальным итогом будет признание тебя не вполне адекватным. И в обществе лучших и самых свободных ты станешь нерукопожатным. И все, и конец, и закончишь ты век твой самый глубоким изгоем. И в общество тех, кто страдал от режима, не сможешь ступить ни ногою. А все потому, что когда-то однажды не смог обуздать в себе нрава, сказав, что в Макдональдсе множество плюсов, хоть там и кормят отравой. Ну а сейчас, собственно, песня сумасшедшего менеджера. В центре, и в выходные там я провожу в коттедже на берегу пруда. Но я знаю, что скоро наступит конец света, и я больше сюда не попаду никогда. У меня есть отличная московская работа, и бабло мне качает нефтяная страна. Но я знаю, конец света не финал, анекдот, а скорее продолжение кошмара на глаза. Знаю, конец света не финал, анекдот, а скорее продолжение.
раз в месяц себе ставлю новый квест и войнушку. Но я знаю, кажется, это не мечта. Идет у нас скорее реальных пациента психушки. Через мой теплый офис ходят разные деньги. И я часто их использую в своих интересах. Но я знаю, поступаю много хуже. Коллеги для них конец света — это часть его процесса. Знаю, поступают хуже, выше. Коллеги для них конец света — это часть его процесса. Человеческие квесты, никого и ничего.
пули летят мимо моей головы, лишь слегка задевая ее, а я все жду своей. Леса словно талая в луже вода. Почему меня спустили по небесной веревке сюда?